Я обращаюсь ко всем, кто смотрит нашу программу прямо сейчас, и я прошу вас, открывайте свои сердца. Потому что Бог сегодня, Он сеет свое слово в ваше сердце. И то, что вы сегодня услышите, оно изменит вашу веру, оно изменит ваше сердце, и оно принесет благодать в вашу жизнь. И Бог хочет, чтобы вы были здоровы. И мы здесь, мы верим в чудеса, что Бог творит удивительные вещи. И мы передаем каждому из вас большой привет отсюда, из Актау, Западный Казахстан. Пусть Бог благословит всех вас. И все мы на этом скажем аминь. Хорошо. Псалом 33:12. Придите, дети, и все дети Божьи да скажут аминь на это. Это относится к тебе, не правда ли? Кто из вас дитё Божье? Божий сын, Божья дочь. Аллилуйя. Мы все, мы приняли Иисуса Христа. Мы Божьи дети. Итак, придите, дети, послушайте меня. Страху Господню научу вас. Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие? Кто из вас хочет жить? Жизнь — это дар. Это Божий дар. Это Божье благословение. Люби жизнь. Бог сказал, выбери жизнь. И давайте мы скажем, я выбираю жизнь. Жизнь с избытком. Я люблю жизнь. Писание говорит, любишь ли долгоденствие? Слава Богу, я люблю долгоденствие. Почему? Потому что человек, имея взаимоотношения с Богом, познавая Бога, может принести в эту жизнь откровение, которое может изменить тысячи жизней. И чем дольше такой человек живет, тем больше он приносит плода. И если мы в раннем возрасте получаем откровение от Бога, которое может кого-то спасти, кого-то исцелить, и этот человек, он может так повлиять просто одним откровением, то представьте себе, сколько может Бог сделать через человека, который живет долго. Грешник развращенный, который живет долго, может принести в этот мир много страданий и много беды, потому что он учит быть развращенными других людей. Но человек праведный, который живет долго, он может принести много спасения и много избавления в жизнь других людей. Аминь. Поэтому поверни своему соседу и скажи, живи долго. Я приказываю тебе, аллилуйя. Живи долго и счастливо, аллилуйя. Повернись кому-то, сейчас скажи, не вздумай умирать. Я запрещаю тебе. И я обращаюсь прямо сейчас к кому-то, кто смотрит нас в больнице. Не вздумайте умирать. Вам предстоит долгая жизнь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. А мне недавно позвонил человек из Америки. Пастор. Он в свое время был в Казахстане. И мы, как только учились в библейском колледже в 1995-1996 году, в это время он учил в нашей библейской школе. И потом, в силу ряда обстоятельств, он эмигрировал в Америку. И недавно Бог просто дал нам благодать послужить этому человеку. У него признали рак. И пастор Анатолий Макляк соединил нас. И он позвонил мне. И я разговаривал с ним. Он старше меня. И прошел несколько операций. И я просто рассказал свою историю. Просто делился. Моя история очень простая. Я взял Божьи слова и насадил их в свое сердце. Вот и все. Мы взяли несколько Божьих слов, несколько мест из Священного Писания. Провозглашали их каждое утро, каждый обед, каждый вечер.
и были терпеливы в том, чтобы хранить это. И я рассказал ему все это. Он не перебивал. Слушал. Потом сказал, тебе надо писать об этом книгу. Мы все это знаем. И вот в чем радостная весть. Я не говорю ничего нового. Я не говорю ничего слишком глубокого и трудного для понимания. Я говорю просто, что Божьи слова — это зерна. Аминь. Они разные. Есть семена исцеления. Есть семена финансового преуспевания. Есть семена прощения грехов. Есть семена Божьего мира. Есть семена мудрости. Есть семена радости. Есть слова, которые говорят об этих вещах. Они производят то, о чем они говорят. И вы можете взять эти слова, насадить в свое сердце. И они вырастут. И когда они вырастут, они принесут в вашу жизнь то, что они говорят. Если это слова исцеления, и вы сохраните их, они принесут исцеление в вашу жизнь. Если вы печальный человек, в депрессии или подавленный, вы можете взять слова, которые говорят о Божьем мире, что Его мир выше всякого ума. И вы можете насадить свое сердце, держаться этих слов, размышлять над ними, исповедовать их, и они прорастут. И что вы получите? Вы получите мир. Божий мир. И этот человек сказал, все это так просто. Мы все знали это. Вначале мы все знали это. Как получилось так, что мы забыли это? Это же такое победоносное оружие. Слово твоего исповедания. Исповедание. Греческое слово, которое обозначает это слово. Вообще есть в Новом Завете есть 4 разных рода исповедания. Исповедание грехов тоже есть. Аминь. Но это не то. Когда мы говорим об исповедании наших уст, греческое слово, которое обозначает это исповедание, называется хомологео. Хомолодел. Не помолодел, а хамологео. Хамогел. Оставим мы этот разговор, хорошо? Хомо. Хомо деген сөз. Не хомо, а хомо. Хомо. Не хамо, а хомо. Просто хомо. Хомо. То же самое. Давайте скажем дәл, хомо. Дәль сөз, сол сөз. Такой же. Дәль сол сөз. То же самое. Дәль сол сөз. И логос, слово. Такое же самое слово. Что говорит Иисус? И когда Писание говорит об исповедании наших уст, то другими словами, когда мы исповедуем, мы говорим то же самое, что говорит Бог. Аллилуйя. Итак, если ты хочешь любить жизнь и долгоденствие, чтобы видеть благо, я хочу сказать кому-то сейчас из вас, ваши дни страданий закончились. И борьбы. Аллилуйя. Нет никакой борьбы. Всю борьбу совершил Иисус. И Он победил. А нам Бог дал торжествовать победу. Аминь. Скажи, Бог всегда дает мне торжествовать в Иисусе Христе. Скажи, мне уже подарена победа. Аминь. Иисус победил.
А мне подарена победа. Поэтому борьба, возня, все что угодно, оно закончится сегодня. Потому что сюда придет откровение. Познание приходит сюда. Итак, хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? Я хочу видеть благо. И я хочу провозгласить сегодня, что мои дни печали закончились. И мои дни пустыни закончились. Почему? Потому что Иисус не есть пустыня. Иисус есть жизнь. Аллилуйя. И во мне есть жизнь. Слава Богу. Я хочу видеть благо. Я люблю долгоденствие, и я буду жить долго. И по мере того, как я буду жить долго, я буду нести откровение. Разрушать дела дьявола везде, где есть страдания, где есть боль, где люди боятся, я буду нести то, что Бог мне открыл. И дьявол будет поражен везде. У него вообще нет никакой силы. У дьявола нет никакой силы над тобой. Он не смог тебя удержать, чтобы ты перешел из его царства в царство возлюбленного Сына Божьего. У него вообще нет никакой силы. Услышьте меня. Как только ты сказал: «Иисус, мой Господь», ты тут же был переведен из царства тьмы в царство Божье, и дьявол не смог тебя остановить. Просто сказал слово. Давайте мы скажем: «Я просто сказал слово и победил». Вот такую победу тебе дает Бог. Ничего дьявол не смог сделать. Ты просто сказал: «Иисус, мой Господь», и вот ты в Божьем царстве. Вот и все. И все будет так. Аллилуйя. Итак, ты любишь долгоденствие? Я сделаю так, чтобы ты любил долгоденствие. Соломон однажды написал: «Я возненавидел жизнь». Бог дал ему жизнь. Он так мудрствовал, что однажды сказал: «Я возненавидел жизнь». А это Божий дар. Бог хочет, чтобы мы любили жизнь. Дьявол пытается ее отравить. Он пытается нас обмануть. А жизнь прекрасна. Жизнь для Бога. Я могу каждое утро вставать и быть радостным. Я могу каждое утро вставать и иметь покой. Я могу каждое утро вставать и славить Бога. Аминь. И мне не нужна печаль. Всякая депрессивная мысль, всякая печальная мысль, всякая мысль, что жизнь прошла, выбрасывай ее. Никуда она не прошла, она в нас. Аминь. Скажи: «Слава Господу». Аллилуйя. Итак, если ты хочешь видеть благо, видеть добро, удерживай язык. Чей? Кай тілді? Свой. Өзіңнің тіліңді. Амин. 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 Кто-то получает откровение. Аллилуйя. Бірі аян алып жатыр деп. Если хочешь видеть. Егер жақсы. Как бы это так правильно сказать, а? Қалай айтсам екен, күндеріңізді. Другими словами, если не хочешь видеть больничную койку, если не хочешь видеть свой сервант, заставленный одними только медицинскими препаратами, то есть видеть благо. У некоторых людей дома аптечка на целую поликлинику хватит. Столько там всего есть. Есть лекарства от этого? А потом есть лекарство от того лекарства, которое от этого. И настойка, которая потом от этого лекарства, которая от того лекарства, которая от этого лекарства. Там все есть. У некоторых на кухне, там, где должны стоять специи. Нормальные индийские специи, аллилуйя. Стоит валерьянка. Парацетамол. Парацетамол. Кто? Карвалол. Карвалол. Есть иные языки, а есть истолкование иных языков.
Карвалол, парацетамол. Там, где должны стоять съедобные вещи, там целый отсек. В аптеку, когда заходишь, как будто на рынок попадаешь. Чего там только нет. И все дорого. Хочешь видеть благо? Я не хочу видеть аптеки. И я не хочу работать на аптеку. Я хочу жить. Поверни своему соседу, скажи, он хочет жить. Для Бога хочу жить. С Богом хочу жить. Приносить хочу добрые плоды. Удерживай свой язык от зла. Итак, что нужно делать со своим языком? Его нужно удерживать. Как часто ты удерживаешь свой язык? Когда тебя распирает что-нибудь досказать. Удерживай свой язык и уста свои от коварных слов. Скажите, коварные слова. Что же такое коварные слова? Коварные слова – это безобидные на первый взгляд слова. Вот как словарь определяет, что такое коварство. Коварство – это противопоставление истине. То есть ты просто говоришь, что-то похожее на истину, но это опасные слова. Когда ты их скажешь, они в твоей жизни что-то произведут. И ты никогда не подумаешь, что то, во что ты попал, ты попал именно из-за этих слов. Потому что слова какие? Коварные. Ты их говоришь. Это же просто слова. Да ну, не может быть, чтобы такие страшные вещи произошли со мной просто из-за того, что я сказал эти слова. Это не простые слова, это коварные слова. И дьявол создает ситуации в твоей жизни для того, чтобы ты сам своим собственным языком сказал эти коварные слова. Давайте мы скажем следующее. Дорогой Господь, я обещаю, что я буду удерживать свои уста от зла и уста свои от коварных слов. Вы можете не открывать, но я прочитаю вам притчи 14 глава 12 стих. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. Есть слова, которые кажутся человеку безобидными, но их конец путь к смерти. Иисус есть Слово. И Он сказал, Я есть Слово. И я есть путь, истина и жизнь. Есть слова жизни. И Бог хочет, чтобы ты говорил эти слова. Слова жизни. Каждый муж может сказать своей жене, моя жена благословенна. Мужья, поднимите свою руку, пожалуйста. Здесь есть мужья, нет? Поверни своей жене, скажи, ты благословенна. Ты как плодовитая лоза. Мы еще еще хотя бы троих сделаем. Аллилуйя. Почему не говорите? Это не коварные слова. Это правильные слова. Поверни своему сыну, поверни своей дочери, скажи, ты благословен. Ты принесешь много плода в Царство Божье. Ты будешь служить Господу, и твоя жизнь будет благословенна. Это слова жизни. Никогда не говори, ну бестолочь какая. Достал ты меня уже. Забудьте, это коварные слова. Они могут быть вам казаться безобидными, но они производят что-то. Говори слова жизни своим детям. Говори слова жизни своей жене. Своему пастору говори слова жизни. О, если бы вы знали, как нуждается пастырь в ваших добрых словах. Аллилуйя. Слава Богу во имя Иисуса Христа. Я хочу, чтобы вы прочитали Исаия 11 глава 2 стих.
Что же такое страх Господень? И почиет на нем Дух Господень, со второго стиха говорит Исаия. Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия. Иисус, это о нем пророчество, написано, он исполнится страхом Господним и будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде и дела страдальцев земли решать поистине. Жезлом у своих поразит землю, и духом у своих убьет нечестивого. И будет припоясанием чресла его правда, и припоясанием бедр его истина. Об Иисусе сказано, что он будет наполнен страхом Господним. Что же такое быть наполненным страхом Господним? Писание говорит, он будет судить не то, что увидит, и не то, что услышит. Он будет судить по правде и по истине. Он сказал, что человек будет не хлебом одним, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. И мы вспоминаем служение Иисуса Христа. Он никогда не говорил, опираясь на видимое или слышимое. Он всегда говорил только записанное Божье Слово. Вот вам, что такое страх Господень. Это говорить то же самое, что говорит истина. Причина, по которой многие верующие люди слабые, они сомневаются. Они не говорят истину. Они говорят что-то разбавленное с истиной. Они говорят о своих болезнях. Они цитируют места из священного диагноза. Есть священное писание, есть священный диагноз. То есть то, что сказали врачи, они цитируют то, что они чувствуют, что происходит в их жизни. Они смотрят на это, они слушают это. И писание говорит, страх Господень говорит что-то, что говорит Божье Слово. Хочешь быть твердым? Хотите быть сомневающимися или твердыми верующими? Тогда Писание говорит, истина и правда. Это должно быть основанием твоим. Врачи говорят одно, священный диагноз говорит другое, а Божье Слово говорит, ты исцелен ранами Иисуса Христа. И когда ты в этом тверд, в этой истине, как Кеннет Копленд рассказывал, его мама, она молилась за больных людей. И однажды пришел человек. И он зашел на их молитвенную группу. И потом мама, она говорила, я увидела над ним дух смерти. И я спросила его, какова ваша ситуация? И он говорит, мой дед умер в 45 лет от сердечного приступа. Мой отец умер в 45 лет от сердечного приступа. И вот мне 45, и у меня проблемы с сердцем. И она сказала, скажи истину. Он говорит, я же сказал, мой дед умер 45 от сердечного приступа. Мой отец умер 45 от сердечного приступа. Врач говорит, что у меня проблемы с сердцем, и мне тоже 45. И она говорит, скажи мне истину. Он, я же сказал, мой дед умер. Отец умер. И скорее всего тоже я умру. И Кеннет Копленд говорит, она взяла свои две руки и сделала вот так за его голову. Она схватила за его уши. И она сказала, Исаия 53 глава, 3, 4 и 5 стихи. Вот истина об этом. И он сказал, и до меня начало доходить. Потому что то, что говорит история, и то, что говорят врачи, это всего лишь факты, но факты не являются истиной. Истина — это только записанное Божье Слово. И мы должны верить только истине. Написано об Иисусе. Он потому имел силу, потому что стоял на истине. Он был припоясан правдой. И припоясание бедр его была истина. Он твердо стоял на записанном Божьем Слове. И что он делал? Он говорил. Он говорил то же самое. Хомологео.
говорит то же самое, что говорит истина. А как мы живем? Мы живем, говорим так. Да, мы знаем, он взял наши немощи. Да, мы знаем, он был изъязвлен за наши грехи. Да, написано. Но врач говорит, вот это, вот это и вот это. Поэтому, скорее всего, истина не работает в моей жизни. Что они сделали? Они превознесли слова врача над истиной. И это не есть Божий страх. Божий страх — это когда ты истину превозносишь над всем остальным. Я обращаюсь к каждому драгоценному телезрителю, кто смотрит сейчас нашу программу, где бы вы ни находились. Вы можете присоединяться к нам, вместе с нами исповедовать Божье Слово. И видеть то, что Бог одинаков во всех ситуациях, Он всегда желает вам блага. Он желает, чтобы вы жили, Он желает, чтобы вы были благословены. Все то, что совершил Иисус на Голгофе, Он желает, чтобы исполнилось в вашей жизни во всей полноте. Мы здесь, в Актау, благословляем вас и молимся за вас во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте поднимем свои руки, будем молиться.